Всем привет! Ой. Всем привет! Что-то Боня хочет нам сказать. Она тоже говорит тебе привет, что непонятно. Такая, ну зачем ты меня взял? Короче, у нас сегодня столько, с утра было всего уже интересного. Да, у мы, нас... правда, ничего не снимали. Да, Света, короче, сидит за компом, я ее вот только-только, вот представляете, вот так я прям чуть ли вот так вот не за волосы, вот так вот ее вырывал, прям, представляете, она прям приросла к стулу, короче, я бы так сказал. Я монтировала для вас видосики. Я просто ее вытащил оттуда, вы понимаете, из этого компьютера, ну, не суть. Короче, пришли к нам люди какие-то. Непонятные вообще. Ну, точно знаю, что одного, точнее, ну, мужчину зовут Никита. В общем, он пришел. С женой, я так понимаю. Купили у нас Максову машину. Покажи, что ее больше здесь нет. Теперь у нас тут пустое место. Ура! У нас целых 2 квадрата освободилось. Вот. Мы, в общем, ее продали. Они пришли, купили, посмотрели. Все, забрали. Мы так обрадовались. Даже не столько, что деньги они нам дали, сколько они забрали этот автомобиль, потому что наконец-таки... Место освободилось. Да, потому что вот опять везти его в гараж, как бы, да, там это... Ну, короче, демор вот этот, таскать ее туда-сюда мы уже оставили, и здесь пускай стоит, как бы. Короче, все круто, в общем, не суть. У нас села эта фигня. Только вчера рассказывали, или когда мы там рассказывали про насадку на кран. И, короче, смотрите... Мы говорили, что на ней нету этого, ну, датчика, как сказать, не датчика, индикатора заряда. Вот там, видите, моргает. Мигает красненько. Вот, в общем, а мы думали, на ней нету индикатора. И я такой сегодня включаю, и вот он рядышком. Я просто, ну, вот на диване, она вот так вот лежит, я такой чик включил. И такой, смотрю, индикатор заморгал, думаю, о, да здесь индикатор, оказывается, есть. А мы даже не знали. Он говорит мне, вот здесь есть, говорит, а на том, говорит, нету. Ну, я думал, что... А тот в точности такой же, там тоже есть индикатор. А просто я его заряжал, тот, второй, и я не видел эту фигню, короче. Как так, я не знаю. Я сейчас подошел, смотрю, на нем тоже есть. А как я так не видел, я не знаю. Вот так у нас видит Коля. Ну, я как обычно, да, если я что-то потерял, я вот так вот хожу, ищу, и вот оно лежит, а я не вижу. Я не знаю, как это объяснить, но это, короче, вот так. Бонька у нас опять под елочкой лежит. Подарки ищет. Коля сегодня такой подходит к елке, говорит. А где, говорит, на елке все игрушки? А у нас елка почему-то стояла, ну, развернутая. А у нас сзади игрушки не висят, только спереди. У нас просто эта елка, я так скажу. У нас по ней лазит Боня. Макс ее там крутит, вертит, там включает ее вот в розетку тудым-сюдым. Короче, у нас эта елка, она вся вот так вот ходуном целый день, вот так вот, а просто ходит. Мне кажется, если у нас была бы настоящая елка, никогда в жизни. Потому что мы бы, во-первых, бы иголки заколебались бы доставать из пальцев. Во-вторых, она бы у нас тоже вот так вот бы вся ходила бы вот так. И мне кажется, вот к этому времени, сколько она там, ну, грубо говоря, полмесяца, да, стояла, мне кажется, она бы просто бы вся просто осыпалась. Бач. Да будет свет, сказал электрик. В общем, я такой сегодня захожу такой на кухню, я тут, короче, много чего делал сегодня, пока Света там сидела за компом. Ну, пока я ее вытаскивал, как репку вот так вот. Вот так вот просто выдергивал. Хожу такой, в холодильник раз залез такой. Я как вот так все, наверное, любят делать. Так залез. Шел такой, походил. Что-то туда зашел, туда. Опять пришел, и Света делаю. Такой, хоп. Опять такой, походил. Опять открыл, короче, такой, посмотрел. Потом такой себя на мысли ловлю, думаю, что я делаю. Думаю, такой, надо в Ленту на нас ездить, да, на закупку просто. Да, как раз вчера просили на трансляции, чтобы мы закупки снимали. Да. Мы уже давно не снимали закупку. Да, вчера вы просили, и мы решили закупочку снять. Ну, сегодня поедем. Ну, нет, не в том плане, что там прям закупку такую величайшую. Нет, ну, маленько так надо поставить холодильник. А то что-то просто после новогодних праздников открываешь холодильник, там есть салат, там другой салат, третий салат, там что-то суп, я не знаю, там макароны, там тут же котлеты, там гречка, там, я не знаю, короче, там все есть. А сейчас открываешь что-то, банки какие-то стоят, закрываешь. Картошка с курицей есть, если хочешь поесть. И думаешь такой, блин, что поесть? А я, ну, как я же говорил только что, я не вижу, понимаешь? Тебе надо носом тыкнуть, да? Я открываю, смотрю, ну, я вот так вот бегло, да, такой, чуть-чуть так, ничего нет, все. Я смотрю, колбаса лежит, если думаю, о, есть, все, хоп, хлеба нет. Да ё-моё, опять не повезло, пошел. Короче, мы сегодня поедем на закупку.
Я чувствую себя, как будто я где-то в деревне, знаешь, собаки лают. Не, прям солнце прям в глаза светит вообще, да, прям. Да, у нас сегодня солнечный такое. День такой. Мы едем сейчас на закупку. Решили прям сейчас так сразу сходу поехать. В ленту съездить. Поедем. Да. Просто надо маленько подстариться, то дома что-то. Макароны закончились, Максу есть нечего. Мы сделали закупку, и сейчас мы поедем на базу, потому что мы не все купили, нужно купить еще макароны. А макароны здесь дорогие, короче, поэтому на базе будем покупать. Там Коля выкладывает сумки наши, ну это мы потом на закупочке покажем в другом видео, что мы взяли. Мы приехали на рынок. Коля уже пошел. Пойдем на улицу. Там так холодно. Я даже выходить не хочу туда. Я, кстати говоря, знаешь, зачем взял 5 пакетов-то в ленте, а не 4? Я чтобы думал, здесь... ты разложишь 4, да, и чтобы здесь был у нас пакет. Ну так можно взять пакет. Я вижу, магазин Сластёна называется. Пойдем-ка туда зайдем. Колин любимый магазин здесь, на нефтебазе. Это агрегат антипробка называется. Тут такой вот большой выбор всяких печенюшек, вафелек. Я люблю вот эти вафли. Да, Коля всегда такие берет с орехом и изюмом. 295 рублей килограмм. Ну они прям самые такие, просто нормальные. Ну да. Коля маску одел. Ну, просто нужно снять шапку, а на улице-то холодно. Знаешь, вот просто зайти, снял шапку, одел шапку, снял шапку. Так я так заболею быстрее просто. Телефон уже начинает подмерзать. Что, народу мало, да, здесь, смотри, что все закрыто. Ну, так потому что уже вечер, закрывается все. Идем за макарошками. Представляешь, надеюсь, там еще открыто. Представляешь, люди стоят, торгуют, да, мне кажется, им капец как холодно. Ну, они, наверное, очень сильно тепло одеваются. Макарошки, вроде свет горит. Нужно макароны, что-то мы еще хотели это взять. А, мы сыр еще хотели купить. Майонез. И майонез. Пойдем в макароны. Все, мы все купили. Купили сыр, купили такие макароны. Макарошки. Такие макарошки стоили в ленте 300 рублей. Здесь 200 рублей. Взяли еще сосиски. Годовой запас макарон. Ну, не годовой уж, но нам их надолго очень хватает. Это Калина. Коля тут у нас спец по рынкам. Знает, что, куда, как пройти. Я ориентируюсь просто в пространстве. Короче, мы идем в машину, едем домой. На улице очень холодно. Руки прям отмерзают. Коля сейчас Бонни даст вкусняшку. Знаешь, что я понял? Что пылесосу надо больше рисовать, чтобы он отъезжал. Теперь у Бонни здесь три миски будет стоять. Ну на. Так, это у нас утка ломтики в соусе. Что, может всю туда пачку высыпать? Да, всю высыпай. Бонни, ну-ка маленько, давай это сдвинься. Она не может, прикинь, остановиться просто. Смотри, она прям лезет. Какая вкусняшка. Все, наелась. Ну, вообще, она у нас любит такие штуки есть, но мы редко покупаем. Добавляют 100%, потому что все кошки, коты, все любят эту штуку. Фу, она так воняет. Мы перестали их покупать. Ну, мы покупали какое-то время, и потом перестали вот эти мягкие покупать корма. Потому что Боня просто так просила их, просто вообще нереально было. Смотри, она просто... Она вспомнила вкус детства. Не-не, она просто, смотри, она... Вот любая кошка, да, почему-то... Это валерьянка добавляет или еще что-то. 100% значит добавляет, потому что она аж прям... Я не знаю, она аж прям балдеет со зрителей. Смотри, как у нее хвост распушился. Ну. Так я эту штуку взял, ты видел, она сразу возле миски, все, она прям... Все, дайте мне. Мы собрались, оделись и выходим. Едем сейчас за Максимом. Позвонил. Сказал, что надо ехать его забирать. Поэтому мы оделись быстренько и поехали.
Ну как быстренько? Коля там 3 часа собирался. Ну, у нас там просто резинка оторвалась. Постоянно что-то, блин, происходит, да? Короче, резинка оторвалась, цепляется за порожек. Надо это, ну, приклеить обратно. Я, правда, сегодня приклеил. Она опять оторвалась. Короче, поедем, придумаем, что сделать. Да. Я так не хочу выходить на улицу, там такая холодина. А я еще и машину только что завел. Она, короче... Там, короче, вообще холодно теперь. Ну, там вообще показывает ноль. Хм. Так что, ну, что ли? Не жарко. Лифт что застрял-то? Кто-то едет на лифте. У нас в подъезде-то холодно, как на улице. Я уже замерзла. Ну да, он просто прохладненько, я чтобы батарею опять подзакрыл. Ну, мне вот вообще классно, я люблю, когда прохладненько. Светло сразу стало, да? Да. Брали уже нашего гусяшку. Всем привет! Мы сейчас едем домой. Мы ему сказали, что сегодня будет трансляция, ну, прямой эфир. Он так обрадовался, капец. Да, пупсик? Что, холодно? Да. Папа просто печку выключил, чтобы это... Можно было снять, чтобы не дуло. Чтобы не шумело. Да-да-да. Короче, давай будем печку обратно включать. Мы приехали домой. Макс делает зарядку. Достал быка. Ну, блин, мне его жалко кусать. Жалко кусать, но не кусай. Пускай красивый такой стоит. Пускай. Я его должна кусать тряпочкой. Это с подалком. А знаете, что Боня просит? Снова вот этот вот корм, который мягкий. А в курсе он подарок нес мне. Да. Вот он. Шоколадный, да? Ну, Боня, можешь помолчать? Ненадолго она тебя послушала. А Света тут решила мясо разделать. Короче, вот такое вот мясо. Не покупайте ни в коем случае. Смотрите, вот что я достала из этой упаковки. А ты рукой все заградила. Ну вот я не знаю, как вот показать. Ну, короче, вот как-то так. Да, короче. И это уже второй кусок. Короче, ерунда вообще полная. Давай, Нана, разрежи. Ой, я пополнил бычка. Чё, Боня? Я не хотел пополнить бычка, но пришлось пополнить. О, Максим откусил быку голову. Ты чё, голову откусил? Быку! Нет, он его не трогал. А, ты маленько грызанул, вон. Ну. Видно, да? Грызанул все-таки, да, голову ему? Да. Боня, вон, короче, просит. Просит свинину. Да, она не свинину просит. Она вон просит. На полочке лежит корм ее. А, вон там корм. Что, Максим, дадим Боне корма? Давай. Ну, давай, бери. Дай ей еще. Вот такой. Ну. Что там, с ягненком? Все, давай, пойдем. Боня, такой? Давай, любой, давай. Давай быстрее, видишь, как она просит. Ой! Чё? Попробовать хочешь? Давай, скорей. Чё, Боня, воняет, блин. Чё воняет-то? Колмом. Сам сын, воняет. Ну, он так пахнет чем-то непонятным. Да Боня! Так, ну давай я, наверное, сам насыплю. Ты сейчас там все раздавил в пачке. Капец какой-то. Так, короче. Давай. В общем, разделали мы все 3 куска мяса. И они все, короче, оказались ужасные. Просто, не знаю. Просто, мне кажется, там... хуже просто не придумать куски. Да, там просто одно сало было. Там и сало, и хрящики, как кости такие. Что-то непонятное. Макс, короче, голову откусил быку наполовину. Да. Глаз откусил. Можно тоже откушу? Нет. Ну, маленько, да? Давай. Ну, а можно я откушу? Можно. Так вот. Вот так. Так вот тут. Я буду вафли туда есть. Ты к моим вафлям не прикасайся. Ах ты, показник. Да я хочу молкучу. Все. Я не знаю, что есть. Ну давай.
капец. Жадные. Какие у нас все жадные дома. Да дай хоть одну. Нет. Дай бы кактусу. Я тебе лапу дам. Подожди, мам, снимай меня. Че? Давай. Че? Я хочу спрятать. Я спрячу так, что ты не достанешь. Давай, прячь. Ой, ну я спрячу так, что не достанешь. Ну давай, да, достань. Давай, слазь. Подожди, дай попробую достать. Погодите. Я бы так ушу. Сейчас, подожди. Я тебе ламки дам, давай так. Подожди. Давай договоримся с тобой, я бы как кусываю, я тебе вахту даю. Сейчас договоримся. Давай. Сейчас, Коль, погоди, попробуй достать. Давай, пробуй. Только ты не забивай оттуда. Ну, это не факт. Только ты будешь спать. Давай, качай пресс, качай. Ах ты! Не достанется тебе ничего. Что это? Ты пока лазишь, я пока еще вафельку съем. Какие вкусные. Мы тут с Боней смотрим на всю эту картину и думаем, где мы живем, да, Боня? Бадюка? Это же змея такая. Это не змея. Ну, что ты издеваешься над ним, да? Ладно, на. Ты мне быка дашь вкусить? Да. Ну, чувак. Ты же знаешь, где кстати, тут моей кусай. Давай по чесноку делиться, давай. Давай. Ну тут моей кусай. Да я вот так вот половину откушу. Да нет. Половину дай. Да нет. Ну ладно, ешь сам. Чуть-чуть. Короче, Макс с Колей таскают сладкое, а я вот хочу нормально поесть. А они, я так понимаю, не хотят. Не, просто я вафлю, но не ел уже. Нет. Прям капец, как давно. Ягод. Че это такое? Это танцы на ТНТ. В общем, мы маленько тут подкрепились. Чай попили. У меня тут что-то тут осталось даже. На черный день. Ну да. Макс там прыгает. В общем, сейчас мы маленечко... Там Света разберется, в общем, как картинку поставить, потому что мы на трансляцию, чтобы было прикольно, чтобы, ну, картинка какая-то была интересная. Ну и все, и запустим уже трансляцию, да, потому что уже да. Вот-вот, скоро. Что там у нас по... 40 минут до трансляции. 40 минут до трансляции. Поэтому, ну, осталось немножко, поэтому мы сейчас тут Света разберется с картинкой, и все, и мы будем запускаться. А мы только что с трансляции и уже опять с вами. В общем, Макс пошел спать. А мы сейчас Света будет делать закваску. Или... Буду делать опару. А, опару будет делать. Буду делать хлеб снова из ржаной закваски, потому что она лучше получилась. И хотя бы этот хлеб можно кушать. Макс спать уложили. Макс возмущается, что мы без него снимаем. Что-то ворёт, ну. В общем, ну, просто он уже начал себя маленько так вести, не очень, потому что он уже захотел бай, поэтому я думаю, что все, хватит. Да, уже как бы время много. Да и уже время, да, как бы время 12 часов почти. Я думаю, там уже капец, как давно пора спать. Мы его ложим обычно в 9 часов, потому что... Когда он в садик ходит. Ну, не то чтобы когда в садик даже ходит, а вообще, как бы, ему нужно ложиться в 9, еще и днем, как бы, желательно поспать. Ну, как бы, днем он у нас не спит и старается ложиться тоже очень поздно. Он, можно, если его не ложить, я не знаю, может, до утра у нас сходить, там что-нибудь делать. Я его завтра разбужу пораньше, чтобы он прям я, спать кстати, хотел вечером, чтобы... Я, кстати, сегодня тоже лег спать где-то часа на... Ну, я лег рано спать, вчера после трансляции, в принципе, сразу пошли спать. А уснул я только часа в 3 ночи. А сегодня что-то проснулся в 9, да, по-моему, я встал. Раньше меня он проснулся. Ну, я и все, я до сих пор еще не спал. И как-то, ну, и не особо хочу спать. Поэтому, думаю, сегодня, в принципе, удастся пораньше мне уснуть, чтобы завтра пораньше встать.
хочу попробовать так сделать. Вот. Ну, а Света сейчас будет делать опару, а потом мы пойдем, наверное, кинчик какой-нибудь глянем. Не знаю, посмотрим. Максим у нас уже спит. Да, он что-то вымотался и уснул. А мы тоже пойдем сейчас спать. Мы тут сидели, много-много времени разговаривали на кухне. Ну, немного, как бы, я не знаю, где-то сейчас, наверное. Так жили-были обо всех наших там делах, нюансах. Попили чайку. Ну, и тоже будем, наверное, уже идти ложиться спать, потому что времени уже много. Да, уже второй час ночи. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.